Так, возьму ананасика и банан Йези. Ананасик. И зашлифуем это все банан Йези. В принципе, можно ананасик на потом поставить. Хотя схаваем, что? Чё бы нет. Плотно есть. Еще сигарет, фонарь. Я вот зажигалку не могу найти, Сань. Сейчас, может, я накопаю. Давай. Я пока бегу к тебе. У меня вот оружие уже есть там. Все равно. Знаешь, где? Ну, примерно, да. Если там город трупов. Ну, это место, где ты начинал. А, я понял. Это тебе надо... Ой, я нашел зажигалку. Тогда тебе где-то наверх надо. Примерно. Машины я лутаю пока что. Давай. Вот две белых, одна синяя, две красных машины. Может, вспомнишь. О, ключ от машины нашел. Тут золотая сигарета дает несчастье, минус 6. Короче, она такая крутая. Это хорошая сигарета. Угу. Есть сигареты с ментолом. Они, по-моему, такие себе. У меня разные там, обычные есть. Красный. Так, ну и Шакой написал. Не знаю, куда он зайдет, но как увидит, так зайдет. Я пока защищаю от зомби. Заправочку. Акула еще, сука. Блять. Опа. Я не могу не добавить весово. Вот это интересно. Блять, вот с вами особо не вылезет вот так. Карта Луисвилля. Черные часики давай. Я тут сейчас кучку зомби саверил на дом. Угу. А тут как раз ты. Дом это забаррикадированный дом. Забаррикадированный дом, там я в нем живу. Но если. Там как бы одна нет. Баррикада на окне нет. Всего. Не-не-не, тут именно баррикад много. А, монтировочку, наверное, достану. Мне бы сейчас мотировочку, если честно. У меня, блядь, это ебаная отвертка. Я это все жопу подкручу, блядь, и все. Давай. Жоп тоже неплохо. Твоя правда. Чего хера что ли нет? Методично вырубаем зомби. В темпе вальса. В ритме сердца. Кажется, что бьется скилс. Быстро устал. Ну ладно, туда. О, они мне дом скрыли. Замечательно. Какие молодцы у меня. А можешь микрофон как-то погромче сделать, что-то плохо тебя слышно? Тихо как-то, да? Я не могу. Сделай мне 10 погромче. Да, и как, у меня зомби за мной. Как бы не очень-то могу. Понял тебя. Удара нет, да? Или есть? Нету.
А мультидар это не сильно, это не интересно, да, что ли? Побить поаккуратнее, замечательно. Хоть устал, пойду отдохну, наверное. Дик козе в трещине. Ах ты, блядь. Тени от трупов отключить. Это отвертка, конченное оружие, бля, не могу. Ну да. Я сейчас и помру. Царапина, короче, еще я даже перевязаться нечем. Отдыхаем. Ух ты. Отдохнули и погнали дальше. Поворотный вообще. Зомби исчезают. Бывает, это мультиплеер. Так, через пару минут зайдет Ишак. А, у меня зажигалка откуда взялась, опа. Ладно. Да, их тут много. Ладно, пойдем отдыхать еще раз. Отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. Креслица себе подвину. Так, у меня еще градусы в Фаренгейтах, нужно это в Цельсия перевести будет.
тебя ногами легче добить, нахуй, чем руками. Ключики. Да. А ходу их, к сожалению, не взять. Надо патроны собирать же, вертолет каждую неделю или две недели. Короче, по возможности будем экономить. Я вчера, конечно, не слишком сэкономил, я все патроны на берету слил и коробку патронов на дробаш. Так чисто повеселился там. У нас два дробовика, один у меня, плюс и два пистолета, а третий у меня. Просто у тебя будет подгнивать ранка, ничего страшного. Тебе просто так, Укус сразу смерть? Нет. Тут все как обычно. Типа там 2-3 дня живешь, потом либо тошнота появляется, либо зомбак. Так, вопрос теперь, ты где? Я? На шоссе? Малдера. Ну, сейчас я подожду, покажу. У меня топор. Походный топор, гаечный ключ. Круто. Ну, у меня монтировочка пока хватает ее. Еще нет, есть тесачок. Еще зомби это скрыт. А, нормально. У меня охотничий нож еще есть. На всякий. Ну, я тут поубивал зомби. Короче, если увидишь гору зомби, я короче, вот возле заправки. Ебать, не до заправки пиздячить. Тут еще банк неподалеку. Кнокс банк такой. Газетки буду собирать. Почитаем на досуге. А, кстати, я хотел еще убрать тени от зомби, чтобы не нагружать комплекс. Тени от трупов, во. У берца новые нашел. Бля, молодые люди, не соизвольте съебаться отсюда, пожалуйста. Армейские ботинки. Нахрен. Пачка сигарет. Так, у меня что-то там было это... Какие-то ключи от машинки пойду вот искать, наверное. Сейчас вот вечевочку возьму. Так, похавать надо. Суку. Ладно, пока поголодает пусть. Пачка сигарет. Слушай, в каждой второй вершине пачка сигарет.
изолента, разводной ключ. Что-то похолодало, слышишь? Ебать, что тут произошло у вас? Ты уже здесь, у нас? Нет. Тут просто очень много зомби. Так, ну, по логике, я двигаюсь на главную улицу. Сейчас, может, еще машину найду. Автомобильный аккумулятор, отвертка. Ладно, будем знать. Чёвка. Ну, слава богу, их не так много, как в прошлый раз. Ну да. За хуй себя укуси. Есть еще оружие новое, если что. Которое лучше намного ванильного. Тут калаши и 50-й БМГ даже есть. И пулеметы всякие. Ну, не брита, а такой, типа, более соответствующий году игры, типа. 93-й или какой там. Так. Я сейчас, получается, у шиномонтажки. А, у шиномонтажки, я понял. Я, короче, ниже, получается, наверное. Да, я ниже. Сейчас я сбегаю за бензином. Заправка наверху. Заправка ниже вроде, не? Да, она на самом верху. Она на перекрестке аж. Ну, тогда иди. Ну, а я помню, что она монтажка недалеко была. Ну, монтажка где внизу это? Где-то. Она внизу, да. Она где эти склады небольшие. Тут за мной тучка. Зомби, если что, тянется. Этот пылесошу этот заправочку. А лута здесь достаточно. Мы не проголодаем. Здесь. Хотя я вставил все на мало. Ну, у меня тут сколько? Так, это выкинуть. Раз, два, три, четыре консервы и все. Нормально. Жить будем, это точно. Так, пригласить друга. Шаг, пригласить. Давай, пока есть время, приглашай. А, ты Айзека приглашаешь? Да. Не в игре почему-то. Странно, почему? Айзек... Айзек даже не в сети. Да. Так, я к заправке подхожу. Понял. Ну, а вот, Айзек в сети. Замбоет, заходит. Так, сейчас я тебя погромче сделаю. Че, мы на склады пойдем? На склады? А зачем? Не знаю. Обычно мы на склады ходим всегда. Не знаю, зачем. Так, пачка сигарет. На склады там, не знаю, оружие полутать можно, в принципе. Именно милишное. Так, здесь я не нашел. Так, ты здесь вообще? Я не вижу тебя. Я вот на заправке. Может, я не на той? Еще поднимаюсь. Заражение пошло, сука. Надо стерилку делать. У меня есть стерилка. Прямо у меня в инвентаре. Как же далеко эта заправка сраная. Курю сигу пока что.
Так, знаешь, что еще надо? Фаренгейты. В смысле, у меня зажигалка. А, блять, у меня пустая зажигалка. У меня есть только... наполнитель для зажигалки еще. У меня есть сама зажигалка. Так, сгоняю пока домой. Сейчас это быстренько канистру возьму с бензом. А, блядь, электричества-то нету, сука. А ну тогда я сейчас это с машин посливаю, если будет. Опять пришли на мою лужайку, суки, да вы чё, блядь? Да а чё вас так много-то? Идите сюда. А чё здесь медом намазано? Давайте сюда, где побольше места. Ай, ебать, не понял. Не та заправка? Вообще не то. Мне сейчас назад пиздовать. Давай, я пока, может, машину сейчас какую-нибудь заведу. До тебя доеду. Так, кстати, я, пожалуй, пока пойду. Давай. Давай. Тут у меня еще дел по дому. Сейчас хоть чуть-чуть похолодало. Давайте там всем удачи. Давай. Так, все, иду. Пальчик сигает. Так. Сейчас быстренько разгружусь. Часики вот. Берету, наверное, тоже выложу. Нахер мне нужна лишь патрон. Окурок сюда. Инвайте меня в тему, пожалуйста. Че? Создать фракцию СГП. Добавить игрока. Сейчас еще тебя в дом добавлю. Давай. Добавить игрока. Все. Закрыть. Где? Чё, где? Так. Беленое мясо себе ставлю пока. Вот. А, все полное. Давай сюда туда. Сколько она будет эти делать? Либо переезжать с этого дома, либо надо будет ящики делать. Может, все-таки на склады? Наверное. На склады там куча зомби будет, сам помнишь. Да. Надо защищать. У меня как раз два топорика. Да. Газовые ключи и это. Не, я лучше бы это пострелял бы. Я бы сейчас нафармил бы патронов. На дробаши. А город подзачистить. Да, сейчас, может, полицайку, не знаю, зачистим. Да у меня со стрельбой все плохо. У меня все хорошо, наоборот. А там что, стрельба-то быстро качается, вообще не важно. А я не вижу стрельбы. Точно. А, вот, все. Это вы хотите сказать, что я заправку, блядь, прошел? Да ну нахуй. Что, паролишь, что ли? А еще охотничий нож есть.
меня тоже их парочка есть. На базе там тоже есть. Но, блядь, ими пользоваться, ебать, урод опасно. Ну, я бы не сказал. Нормально. Так, а здесь можно слить где-нибудь? Бензик. Канистра. Топлу руку. Сука, нигде нет бензина, прикинь. Блять, пошла нахуй. Уилла, в пизду с вами файтиться не хочу, ебать. О, горка трупов. Это ты тут на центральной улице по дороге прошелся красиво? Наверное. Возможно, я. Ну да, скорее всего, ты. Помыть машину. Вот, я у тебя походу. Да? Нет. Ебать, а где я, блядь? Какой-то, какая-то закусочная курица. А я тебя вижу. Да. Давай, что, поможешь тебе? Да, желательно. Сейчас я зайду. Не вставай, сука. Тебя сзади обходит. Осторожно. Давай я обойду. Все пропадают, причем. Бинты есть? Бинты? А, есть стерильный, на. И один вот пластырь есть. Еще тряпка есть. Да, нарву, если что. А бейсбол есть? А бейсбол надо? Нет. А бейсбол надо. Вот еще идут. Так. Ну да, все пропадают. А у меня эти остались. Так, надо искать. Раканили на базу? Не, подожди, надо искать машину, где слить можно, бенз. Я нашел машину с ключами, вроде исправную. Сука, слить бенз не могу. Может, там они сделали по-другому как-то? Вряд ли. Ну как, ты механик. Прикроешь? Угу. Бензобак пустой, да. Где ебать? Я вот вперед ушел. Вот вперед. Понял. Угу. А вот здесь я был тоже. Здесь, кстати, было куча зомби. Вообще неудивительно.
Я вижу, сколько тут трупов ебать. Тут еще остались. Нет бензина. Сзади, справа. Угу. Давай это, наверное. Может, поспим? Вот здесь. Вот я под себя высрал. Угу, теперь вижу. Зомби отсюда. А, они немножко перешли туда. Может, где-нибудь есть с бензом? Еще бензина, ноль, бензина, ноль. Блять, ты вообще в настройках бензин ставил? Да, типа, ну там мало бензу. Вот и канистру нашел, она пустая. О, слить бензин есть. Капелька, да? А нам этого, я думаю, хватит. Да, хватит ему. Пойдет, пойдем. Блять, по ночи ехать, конечно, не очень. Мне кажется, он где-то на еще ниже нас. Там еще ниже вроде заправка есть. Да? Хуй знает. Вот я только одну заправку на перекрестке знаю, и все. Блять, этот чат, блять, он... Сука, куда его, блять? Надо буду еще открывать. Я могу себе его убрать сюда и все. Да, если что будешь говорить там, что он пишет. Идешь? Да, стараюсь. А у меня фитнеса ноль, по-моему. Любишь ты таких персонажей брать? Ну нет, фитнес 7. Так, мне надо жрать. У меня перс худеет, уже килограмм сбросил. Херово. Могу тебе консерв дать. Не, сейчас домой заедем, наверное, сейчас я отожрусь. Где-то, блядь. Вот здесь зомбаки, осторожно. Где-то ниже заправки была. А, вот перекресток, а этой заправке я говорил, да. А вот она машинка. А, блядь, заправить надо, блядь, мать. У нее есть бензин, серьезно? Что я могу слить с нее? А что я тогда не мог завести ее? Прикол, она сейчас не работает. А, здесь походу бензин добыл, просто аккумулятор на разгон. Так. Зачистишь? Да. Так, сзади на тебя идет. Нормально. Аккум полный. Движок тоже полный. Хуй знает, что случилось. Подходим осторожно. Сейчас разберемся. А ты случаем кто у нас по профессии? Взломщик? Нет, я этот... строитель. А, нормально. Тоже полезно. Так, я есть еще, прикрывай. Давай. Аккум... А, да он это... Он сел, аккум. Там... Он сел. Да сейчас я... Там где-то был аккум. Пока стой, тут я, наверное, сейчас аккум скручу. Аккум где-то был в машине, в бардачке. Отвертка нужна. У меня вроде есть она. А я свой долбоёб. Блять, она у меня, сука, дома. Ну, в этой, на базе. Сука. Ладно, сейчас это принесу. Попробуй на этой, на заправке поискать. А, там на базе. База тут недалеко прям. Возле заправки. А вот, отвертка, блять, в этой машине же. В этой же? Да, в этой же машине. У вас. И разводной ключ еще есть. И бечевка.
Повезло, повезло. Так, у меня бег качался. Так. Прикрывай. Демонтаж. Так, я не знаю, какой нужен. На состояние стол нужен вот этот. Че, он ничего не пишет? Все. Сейчас доедем до дома. Садись, прыгай. Приехали. Так, зачистишь? Угу. Один я его не вижу. Домик? А он у тебя. Кто? Не, у меня. А, нет, у меня. У меня пока ничего нет. Так, у меня долбится зомби. Если что, в дом. Угу. Разводной ключ, не знаю, с собой возьму, наверное. А, автомобильный годер сюда. Да, пригодится, не пригодится. Вечевку, не знаю, сюда, наверное. Так, сейчас я нам. Я не знаю, кто к тебе долбится. Кто-то долбится. Замок. А, кто-то. Понял. Сейчас угу. Я, короче, всякого говна тут возьму. Поесть. Сигареты вот тут. Крестовой ключ еще. А сейчас вот этот домик. Угу. Может там как убежище. А, ну ты что, в убежище и так. Сейчас в путь воды тут. Путь можешь воды, с... аватар, блять. Да, отдай мне, я не могу пройти. Сори. Так. Газовый ключ тут есть. Знаете, тогда пожарный топорик. Да, походу. На полу валяется. Пожарный топорик? Ну. Давай, походный. Это дело. Так, ну все, тогда этого, в принципе, хватит. Пойду что разгружать. Давай. Если что, еще пожарный топор скинул. Угу. Пожарник это в машину лучше. Думаешь? На бардачок, да? Пусть будет. Давай. Так, жидкость для заправки, где она? А, где-то там, в шкафу. Угу, все нашел. Так, канистру сюда. Ну и все, в принципе. А, еще одна канистра. Снять. Контейнер. Все. Я готов. Погнали. Блин, сейчас я в домике воды попью. Давай. Я что-то пропил бутылку не взял. У меня бутылка. Да, тоже надо попить. Чай тоже попью. Наберу водички. Это я не допёрываю, как ты, блядь, в чате общаешься. Ну ладно. На all. Ну, у меня нету all. Но ты пишешь сам вручную. Ну, я так пишу, у меня типа say. Ну, ты пишешь slash all, и у тебя пишется всем. Slash all. И у тебя вот slash
all. Блять. Это ж all. Да ебаный. Короче, у меня, блядь, у самого теперь не пишется. Ну вот, у меня типа пишется uncalled command all. Все, нет такой команды. Блядь. Сука. Я сам тебе не могу написать почему-то. Ну и хуй с ним, блядь. Похуй. Идешь? Я в машине. А, блядь, нихуя себе. Просто, если заметишь, что если что он там писал. Так, сперва вниз пойдем налево. Надо это отопление включить, сейчас отключу. А то что-то холодно. Так, давай я напишу. Мы едем. Как слышно. Он вообще на серваке? Узнает, он у меня вообще не в сети. Не, у меня он это. Чат игроки на сервере. На серваке. А, у меня демон скорости, вот почему у меня так быстро едет. О, блядь, пожалуйста, не разъебись. Да, надо бы. Так, я чат пока вырубил, если что... У меня открыт всегда. Да. Блядь, я думал, ты глушак откручиваешь. Ты хаваешь, оказывается. Кстати, меня тоже похавать. Давайте открою банку. Да не, у меня есть, у меня чипсоны. Баксаны, я буду сейчас отжираться. Блять, локальный чат, да ёбаный твой рот, блять. Надо all писать. Так он мне пишет, типа, all. Я не знаю, может, двумя L написать, блять. Да, с двумя L. А, ебать, я долбаю, писать. Так, ну его здесь нет. Мы уже из города-то выехали. Нет такой команды, это ебаный рот, блять. Буковка А и 2 L. По-английски. Блять, переехал зомбака. Ой, блять. Меня обморожение убило. Заебись. Серьезно? Был на нижней. Говорит. На нижней? Спроси, там зомбаков было много? А, ты не можешь? Да. А вот. Че, выходим? Подожди, не-не-не. Его здесь нет. Его тут нет. Он говорит, я умер. А, блядь. Главное его не сбить. Это карта... Подожди, что за карта? Карта с заметками. Карта Луисвилля. А это, может быть, я здесь был.
Че за... Куда? А, это я. Это я выкидывал. А это вот мы здесь были, да. Поиски ишака, блудного ишака. А, может быть здесь он где-то сдох? Это не он? Нет. Как будто здесь кто-то был, знаешь? Такое ощущение. А, это я их тащил. Ну, мы уже практически на ферму вышли. Тут ты тут убивал? Да. А там дальше поворот сейчас направо будет и все. Может разворачиваться, да. Закрою чат. Могу его тпшнуть к себе? А, давай сейчас попробуем, если не выйдет. А, блять, выебался. Живой? Меня да, доспёрло. Он еще не был. Но не у меня сейчас завис. Зависло? Нормально. Алло. Блять, она тут одна. Но есть заправка, которая ниже. В пригородках есть там, по идее. Должна быть, по идее. Если я не ошибаюсь. Где полицейский участок? А здесь полицейский участок есть? Недалеко. А, пока он там канавится, давай это. Полицайку, может, зарейдим. Где она вообще? Помнишь? Я скажу. Не она? Нет, не так, она. Так, ПЗ Малдера, полицайка. Это школа. Где нижняя заправка, понял? Нижняя заправка. Это нам ниже да. Надо? Да, да, да. Так, это что у нас? Дальше езжай. Так, пицца. Нет, еще ниже получается. Во, вот сейчас еще чуть-чуть. Налево будет парковка. Вот, вот она, да? На нее и там дальше чуть-чуть надо будет проехать. То есть вот по этой дороге, вниз, по этой? Вниз. Да, вниз. И сейчас налево. Налево-вверх. Налево-вверх. Не в ту сторону. Это направо, не? Да. Блин. Блин. Сюда? Не, ну ты сейчас, да. Вот. Теперь направо. Вот, вот это полицейка. Угу.
Так, давай я ключи оставлю в машине. Если что, если я сдохну, то может сможешь уехать. Нет, попахайся. Так, походу на топор. Чай еще прикурю. Похаваю. Ебать, там полицейских. Ух ты, ёбана. Сейчас, погоди, 5 сек. Давай. А, ждем, пока выломает дверь. Угу. Сейчас, погоди, 5 сек. Я еще перекурю на всякий. КС-23 увидел. О, КС-23, это хорошо. А может, это спас? Нет, это спас, походу. Спас? Да, это спас. Ну, КС-23 тоже вроде есть. Они пропадают, пиздец, как часто. А, да, это спас. Пиздил. Спас. В нем даже патроны есть. Так, надо ключи. Ключ есть. Пойду открывать. Это только по это поаккуратнее. Угу. Сейчас открою. Угу. Принимаем. Я а, понял. Нихуя ты меня протолкнул, ебать. Угу. Вроде чисто. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Ебать, 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 ебать. Что, много их? Угу, понял. Ой. Ключ, карта. Сейчас спас. Саня, тут М40 есть. Блять, блять, блять. Пошла нахуй. Закрывай. Закрывай нахрен. Ну она просто из этой, из... другой вообще комнаты. Так, Глок 17. Давай, короче, я все пылесошу тут. Тут и картечь, и все есть. Рюкзак только оставь, блядь. Простой рюкзак. Рюкзак у меня есть свой. Так вот. 308. Бля. Ой, тут вообще жесть, Саня. Кобура надеть. Рюкзачка, да вряд ли. Коробка 357. Два дробовика. Кобура надеть. Чё там нож? У тебя тверка есть? И? Ром. А, сейчас, погоди. Отвертка, да, и вроде была. На. А у нас склада? Замечательно. Спас 12 еще беру. Снять насадку. И повесить насадку. А, да? Так, Саня, я прям пиздец как нагрузился. Верю. И сейчас иду на... машину, потому что я помираю потихоньку. Еще прикроешь? Угу. Я этот пестик возьму. Я тут просто пиздец набрал. Опа, пустая бутылка и Desert Eagle. Нормас. Угу. Полицейская дубинка, вот так какая-то. Открой мне дверь, блядь. Так, этих еще не бутал. Так, часы Айзеку возьму. Если никто не схватит за жопу. Да не должен. Нет там никого. Так, у меня полный, если что, инвентарь. Я еще даже не разгрузился, сука. Ладно, поехали на базу, сейчас на базу разгрузимся быстренько, а то я помираю, блядь.
Надеюсь, не помру. Так, все в машине, на это, на заднее сиденье скинь, да и все. А ты на нем сидишь? У нас четырехместная машина. А, понял. Сейчас скину. Можешь остановиться, я тебя прикрою. Сейчас тут куча дробовиков, просто капец как. О, спас урон побольше вроде. Я, наверное, знаешь, как сделаю этот... Переложить контейнер. Ты садись, что ты? Нет никого. Да на всякий. Бля, думаю, можешь зайти сейчас в текстильный, посмотреть, может там рюкзак есть. Пробуй. Да, у меня перевес же. Да сейчас найдем тебя, наверное. Сейчас я только спас себе возьму за... А, тут автоматический режим стрельбы есть на спасе. Да. Нормально так. Так, дробовик. 15, да, и все вроде, да, разгрузился. Режим стрельбы сразу автоматически стоит. Ху-ху-ху. Весело, весело будет. Так, что там чат пишет? Я дома буду. Опасно. Что я не понимаю, простите, где парковка? Да. Так, подожди, мы правильно едем, да? Хуй знает. Вроде как правильно. Блять. Да, правильно. Вроде как правильно. Угу. Сейчас направо. Блять, зомби идут справа. Скорее всего, на нас пойдут. Я слышу прям. Вот здесь. Стопнем. Погнали принимать их. Без лишнего шума и пыли. Так, они. Блять, она какие-то нахуй склада. Я вот тоже думаю. А, не у нас, все нормально. Можно по шурику разгрузиться. Все, давай разгружаемся, значит. Дой, в каком своем? Ебать. Охуенно. Какой? Свой. Так, спас, я тебе один оставлю в бардачке. Ну, это, в багажнике. Чисто тебе. Дробовики. Не знаю. Один, наверное, этому оставим. Нашему другу. Пистолет. Пистолет пока не буду пользовать, наверное. Картечь. А, это патроны будем с собой возить. Так, все, он идет, короче, на нижнюю заправку. На нижнюю? Да. Я хуй знает, где он залез, так что он идет на нижнюю заправку. Понятно. Так, я, наверное, золотые пачки, золотые сигареты трогать не буду, я обычные открою. А я золотые курю.